тратила или будешь только тратить? На самом деле, я очень давно шла к цели поставить брекеты. Вот, и как раз недавно ездила в клинику. Такой был шанс. Да. Ну, конечно, этих денег не хватит, но как бы как стартовый капитал очень даже неплохо, да. И я на самом деле очень рада, что так получилось. Я вообще хочу еще раз попасть на эти малинки, чтобы подзаработать. Если у тебя такой настрой, чтобы постараться. Нет, вам прям реально, Женя, вы как вместе соединились, у вас прям все круто идет. Вот сейчас буду искать клинику, я уже в пару клиник съездила. Угу. Вот, в принципе, наверное, до Нового года ставить, скорее всего, не буду. Ну, посмотрим, как там будет. Возможно, поставлю уже после Нового года. А ты какие хочешь ставить? Вообще, я хотела поставить, эти капы. Но я съездила на консультацию, и вообще, как бы, мне предложили поставить железные, потому что они быстрее справятся с зубом, с одним. А сколько сказали ходить, если вот, типа, металлические? Полгода, наверное? Ну, год. Нет, год точно. Настя, тебя, наверное, кое-что интересует?